Ну что, всем привет! У нас сегодня среда, и я только что со встречи блогеров вернулась. Извиняюсь за освещение, у нас в этой комнате, как вы помните, это комната моя творческая, у меня тут рабочий стол. У меня здесь нет верхнего освещения, только настольная лампа, поэтому уж извиняйте. Вот, в общем, мы на встрече блогеров с девчонками сходили в Измайловский пассаж, я уже забыла, как это все называется. В общем, там продают заготовки деревянные. И вот я себе прикупила вот такой домик. Он уже сборный, мой милый домик называется. Вы видели наверняка, если смотрите меня давно. В принципе, вы видели у меня такой домик из фикс-прайса. Он, конечно, стоил там 50 рублей в фикс-прайсе. Этот я купила за 100 рублей. И вы видите разницу. То есть здесь есть черепица, здесь есть кирпичная труба, здесь нормальные окошки и даже дверка есть. И домик квадратненький. И он уже собранный. То есть это говорит о том, что его можно собрать и разобрать. А не так, что ты его собираешь, а он не собирается. Он просто разваливается. Вот. Этот домик, честно говоря, я не знаю подо что. Здесь вот что-то написано. Сувенир, зубочистка. А, это типа подставка под зубочистки. Но мне это не нужно. Я буду его для других целей использовать. Вот, потом покажу вам, опять же, в творческих влогах или в DIY-ах. Я, в общем, пока... У меня есть задумка, но когда ее буду воплощать, в общем, ждите. Вот, также я купила еще вот такой маленький домик сборный. Он похож на тот, который из фикс-прайса, только он раза в два меньше. Он стоил 30 рублей, здесь одна штучка. И еще я купила маленький, совсем-совсем маленький домик. Он стоил, по-моему, 15 рублей. Но на самом деле я, как говорится, лоханулась, потому что эти два домика я купила в самом начале рынка. Надо было пройти в конец, и там они стоили на 5 рублей дешевле каждый. Вот. Но я, как всегда, в самом начале увидела, схватила. Вот. И, собственно, вот этот домик, он тоже, я взяла его за 100. А в конце рынка был точно такой же за 80. Вот, в общем-то, да. Сами понимаете, не всегда стоит хватать то, что лежит ближе всего. Иногда стоит пройти куда-нибудь подальше, и там будет побольше и подешевле. Также спасибо огромное Жанночке за приятный сюрприз. Она передала нам вот такие подарочки. Вот такой магнитик, обязательно сейчас его повешу на холодильник. Вот, и вот такую вот ручечку. Я пока еще не смотрела, что это. Так, давайте тогда развернем, посмотрим, что за ручка. Шуршу, шуршу, тут такой наконечник. Вот такое вот, написано у нас тут что-то, Росгострах. Так, и... Вот такая обычная, в принципе, ручечка. На чем вам пописать? Вот, пишет довольно тоненько, синим цветом. Спасибо огромное, Жанночка, за маленькие презенты. Все получили, все нравится. Не стоило, конечно, но подарки, они всегда приятные. Так что вот за маленький сюрпризик такое спасибо отдельное. И девчонки еще подарили нам тоже. Ну, мы там друг другу дарили подарки. Я, знаете, снимать не стала, как вы уже, наверное, наслышаны. Я немножко устала от камеры, поэтому я там не снимала. И вообще как-то я считаю, что встречи вот такие вот дружеские, даже встречи блогеров, фан-встречи, они это нечто такое немножко интимное, и я не очень люблю там снимать. Вот, потом, ну просто в данном случае все были блогерами, поэтому можно было вполне снимать. Но я бываю на встречах, на которых не все блогеры и не все любят сниматься, поэтому
Вообще я как бы солидарна. Это такой процесс интимный. И, в общем, не все любят камеру. Вот. И, в общем, девчонки, я подарила девчонкам одинаковые наборы салфеток. Вот, так что ссылки на каналы, с кем я сегодня встречалась, я оставлю под видео, под этим. Проходите, если заинтересовались, подписывайтесь, если нет, то нет. Вот, и в общем, и девчоночки подарили нам вот такие вот елочки. А вот две такие плоские, их можно расписать и на елку повесить. Тут есть дырочки. Кстати, дырочки тоже в форме елочек. Очень мило. Или таких даже нет, в форме елочек. Наверное, не сфокусируется. Вот. Видите, такие маленькие мишные елочки в центре звездочек. И вторая вот такая вот елочка деревянная, которую тоже можно очень красиво расписать и тут добавить каких-нибудь объемных элементов, как бы имитирующих елочные шары или что-нибудь такое, в общем, или даже гирлянду. В общем, посмотрим, как можно расписать. Распишу, наверное, и буду вешать их на елочку, на свою новогоднюю. А может, даже сделаю мастер-класс по росписи. Посмотрим. Вот, так что спасибо всем, девчонки, за подарки. И сейчас пойду, чтобы не говорили там, что вот ты бросила подарок куда-то под стол. Вот сейчас вот распаковываю при вас. Вот он. Красивый город Абакан. И пойдемте вешать. Вот у меня тут, извиняюсь опять же за свет, у нас очень как бы одна всего лампа на кухне, и она не самая яркая. Здесь у меня такая, я за сегодня охрипла, скромная коллекция магнитов, и вот мой Абакан, куда бы его вот прям тут и приклеим. Магнитик занял свое почетное место. Если как бы интересно, я сниму отдельно видео по моей скромной коллекции магнитов. Их сейчас не видно, потому что у нас вечер и здесь очень плохое освещение. И расскажу, откуда какой магнит, если интересно. Если не интересно, то не буду снимать. Вот, ну вот так эта коллекция выглядит. Извините за видео, за свет вернее, потому что свет здесь плохой. Вот, ну вот. Такая коллекция. Вы все знаете. Ставим пальчик вверх. Подписываемся, если еще не подписаны. Нажимаем на колокольчик, на слово подписаться. Все знаете. Увидимся в следующих видео, в следующих влогах, если они будут. Пока-пока. Все как обычно. Просто немного устала сегодня. Не берите на свой счет, просто очень такой день тяжелый. Целый день был как бы проведен с девчонками, общались, болтали обо всем о разном, о блогерстве, о хобби, обо всем. Я немножко охрипла и безумно устала. И очень было жарко сегодня. Так что все, не буду больше болтать. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.